поселке Лазаревская лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Авария произошла на улице Лазарева возле детской поликлиники. В результате аварии имеются пострадавшие. На месте происшествия работали медики. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить инспекторам. На пляже Альбатрос в центральном районе Сочи обнаружили труп. Как сообщили очевидцы, мужчине внезапно стало плохо, и он потерял сознание. На помощь поспешили медики, но спасти мужчину так и не удалось. Причину смерти предстоит установить правоохранительным органам. Водитель «семерки» сбил мужчину. ДТП произошло в Адлере на улице Авиационная. На кадрах видно, как мужчина подъехал к «зебре» на электросамокате, спешился и начал переходить дорогу. Но не дойдя до конца перехода, он был сбит. Сотрудники ДПС в очередной раз спасли жизнь. Инцидент произошел на улице Виноградной. К инспекторам обратился водитель автомобиля Nissan с просьбой помочь довести в больницу его супругу. Как позже выяснилось, у женщины обострилось воспаление почки. Она была в крайне тяжелом состоянии. Полицейские сопроводили иномарку через пробку на Мамайском перевале и помогли пострадавшей добраться до больницы.